Всем привет, уважаемые друзья! С предыдущего видео доработал я маленько систему. Здесь сделал уплотнение получше с помощью силикона. Здесь тоже. И сейчас мы ее испытаем. Уголек я промою. Так, вот уголь. Сейчас промоем его, чтобы не было изначально пыли барьерчиком, потому что вода фильтрованная и поры угольные сильно не забьются, потому что вода предварительно чистая и столько грязи, хлора, ржавчины не забьется. Так, все промыли. Так, сейчас его маленечко протрясем. Так, и будем забивать. Так, вот такие вот салфетки. Те решил я не использовать из вискозы, потому что довольно плотные они. Поэтому кусочки марли или бинта. Так, теперь с помощью ложечки забиваем нашу колонну. Смотрите, лучше, конечно, подольше, чтобы оно стекло. Потому что лишняя влага у нас уменьшит спиртуозность. Так. Теперь сверху такую же, здесь уплотнение, и закручиваем. Так, систему я зарядил предварительно, заряжается, наверное, часа полтора-два, наверное, заряжалась. Так, вот так вот выглядит закрепление. То есть здесь снизу засасывает, идет через этот блок, через саму систему и через носик выливается. Так, сейчас заодно посмотрим, насколько одного нажатия хватает. Возможно, надо будет поддерживать. Так. Нажали. Пошло. Так,
лежит, потихонечку качает. Так, ну поставлю на паузу, потом включусь, скажу примерно сколько минут качало. Итак, прошло 3 минуты, качает и качает. Я думаю, еще некоторое время будет качать. Но смотрите, я думаю, что 3-литровую баночку вот так вот фильтровать потихонечку на одной зарядке можно спокойно. Может даже и 10-литровую. Вот она потихонечку идет. Скорость подачи, я думаю, наверное, литров может 20-25 в час. Вот такая вот. Хотя нет, наверное, такой поток, наверное, литров 40 в час. То есть, если мы поделим, то получается... 3-литровочку за полный цикл зарядки аккумулятора, наверное, перегонит, отфильтрует раза 4. Ну, в принципе, система работает, учитывая, что 280 рублей цена. Я думаю, что очень даже неплохо. Так что ставьте лайки, чтобы побольше людей увидели, что можно не за 4, 5, 6 даже тысяч, я видел эти фильтровальные системы, покупать там где-то в магазинах для самогоноварения, а именно взять вот такую вот китайскую помпу и спокойненько вот так вот фильтровать. Ничего, в принципе, тут сложного нет. Пока-пока.